Плавают штазики с водой, мамочка пойдем со мной. Ну, это самое короткое. Остальное самое сложное. Такое сложное, что аж легко забыть. В телефон залезла мысль. Пи-пи, говорю, кому звонишь? Пи-пи, может, ты звонишь кота? Пи-пи-пи, а тебя не страшно там? Пи-пи-пи. Ведь сюрприз готовить маме. Это очень интересно. Мы замесим тесто в ванне или выстираем кресло. Идет Мишка косолапый, шишки собирает, песенки поет. Жили-были мышки, серые пальтишки. Жил еще кот, бархатный живот. Пошел кот к чулану полизать сметану. А чулан на задвижке, а в чулане мышки. Вот такими малышами встретились в саду мы с вами, а потом тут годы шли, мы немножко подросли, и шалили, и кричали, дружно праздники встречали, песни пели от души, эх, как были хороши. Наша Таня громко плачет, уронила личку мячик. Тихо, Танечка, не плачь, мяч не утонет. Мама спит, она устала. Ну, а я играть не стала. Я мальчика не заложу, а уселась и села. Опа, опа, Америка, Европа, Индия, Китай, а ну-ка налетай.